За добросовестную и самоотверженную работу, усердие и высокий профессионализм наградили огнеборцев, принимавших участие в тушении крупного пожара на Фряновском керамическом заводе в августе этого года. Награды получили 16 человек из 4 пожарно-спасательных гарнизонов Московской области, в том числе и Щелковского. Напомним, что площадь возгорания тогда составила более 6000 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил склад готовой продукции и хранящиеся там материалы, а также склад и цех по производству акрила. Но благодаря слаженным и оперативным действиям экстренных служб никто не пострадал. Спасателям вручили благодарственные письма и ценные подарки. Думаю, что у вас все будет хорошо, большой праздник. Я желаю вам счастья и добра, чтобы в ваших семьях было все хорошо, чтобы Новый год встретили и 2021 был лучше, чем 2020.